Стерлитамаке прошел 15-й открытый кубок по кикбоксингу. В дисциплине полный контакт. Участвовали 110 ребят в возрасте от 6 до 12 лет из разных городов республики. Состязались в 32 весовых категориях. Оценивали способности борцов компетентные судьи, мастера спорта. Турнир является обкаткой для спортсменов. Мы взяли возраст маленький, малышей, для того, чтобы поднять уровень мастерства спортсменов. Ну, получается, обкатать их, побоксировать, набраться опыта от других клубов. Самым боевым в результате оказался спортклуб «Эльдорадо». Они первые в общекомандном зачете. У ребят 6 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей.